Thank you.
Orchestra. Как он есть, да. Разрешите вам представить волшебных музыкантов, которые сегодня со мной. Александр Бруни, флейта. Человек, который здесь практически с этой сцены не уходит, говорят мне. Вот. Юрий Новгородский, гитары много разных. Тоже играет со всеми везде. Практически мне сегодня просто повезло, что я его смог ангажировать на танец. Денис Шлыков. Я тоже здесь бывал, но в старом клубе играл, да. Антон Ильин, клавиши. Вот. А на барабанах Олег Шунцов, человек, с которым я сыграл свой первый сольный концерт еще в клубе Олимпиада 80. Вот. Это было так давно. Вот. Давайте его похлопаем, да. Он тоже участник многочисленных фестивалей, конкурсов, группы и так далее и тому подобное. Вот. И мой американский друг Дэйв Граут, перкуссия, который тоже всем известен по участию в разных коллективах, в том числе даже группа «Арсенал» имени Алексея Семеновича Козлова, собственно, вот так вот было дело. Вот. А сейчас мы будем продолжать дальше, будем пытаться исполнять мою музыку, которую я холил и лелеял очень долгие годы. Наконец-то я оброс с друзьями-музыкантами, которые вот, мне помогают им играть. И каждый концерт — это сюрприз, то, что все время музыканты разные, и как бы песни всегда звучат по-разному. Я сам не знаю, как они на самом деле должны звучать уже теперь, по прошествии 5 лет, потому что сегодня это, ну, как бы, в клубе Козлова я играю 5 раз свой концерт, такой день рожденский, такой мини-юбилей, так скажем. Тоже меня можно, в принципе, с этим поздравить. Спасибо. Абсолютного слуха нет, поэтому не уловил тональности, не уловил. Дальше будет очень сложная композиция. Солист Александр Бруни сейчас будет мне помогать. Я, правда, тоже буду солистом.
Спасибо большое. Композиция у вас Джонни. Через Джонни Митчелла так получилось. А сейчас мы сыграем эпическое полотно. Александр может покурить в этот момент. Слава Богу, да? Да, сейчас такой будет. Да. А Юрий возьмет какую-то очередную интересную гитару. У них много, видите, сегодня. Не знаю, за какую схватиться. Но всеми ими он владеет одинаково виртуозно. Олег, прошу вас, начинайте. Это Олег Шумцов, барабанный. Thank you.
Кафе Юрий Новгородский. Рок и два. Сейчас мы немножечко успокоимся, сыграем красивую балладу. Для этого Александра попрошу обратно на сцену. А Юрка, ты вам дам какие-нибудь?
Thank you.
Спасибо большое. Да, с этим музыкантом можно даже не играть, просто поставить рядом. Они сами все сыграют. Thank you.
Немножко было похоже. Сейчас Юрий возьмет снова красивую гитару и сыграет нам волшебные медитационные штуки всякие. Thank you.
Thank you.
Southern Dreams называлась композиция. Сейчас вот еще одна бодрая фанковая. Поэтому концерт слишком короткий получается. Обычно мне между песнями минут по 7. Да, стихи читаю, да, танцую, но сегодня что-то как-то это подустал. Thank you.
Дэв Краут, Олег Шумцов, перкуссия и барабаны, Юрий Новгородский, Александр Пруни, Денис Шойков, Антон Ильин и я, как бы случайно, записался. Вот, а сейчас мы позовем специального гостя на эту сцену, замечательную певицу Дарию, которая нам споет пару песен, которые мы с ней вместе в соавторстве, так сказать, немножко это родили. Давайте ей похлопаем. Добрый вечер. Спасибо, Дим. Классно играют, ребята. Да. Не то слово. Ну что тут у нас? У нас пара совместных вещей с Димой. Обе благодаря ему. Вот от него исходила вся искра. А я только текст сверху набросала. Первая песня называется «Take Me Down». Thank you.
песенка, тоже мы ее вместе как бы сочинили. Туман такой. За туман. Про туман. Песня про туман. Песня на самом деле про всех, вернее для всех. Song for all. Да. Для вас на самом деле. Большое спасибо, что вы пришли. Вот. Это просто счастье на самом деле. Это же день рождения, это все-таки такой праздник. Не очень веселый на самом деле. Вот. И вы просто его делаете веселым. И вот музыкантам большое спасибо, потому что это вот... Ну, иначе бы я сидел дома и плакал. А так я плачу здесь, на сцене.
большое. Дима Чеснык, да. С днем рождения, Дима Глеба. Антон Ильин, Александр Бруни, Юрий Новгородский, Дэйв Граут, он покажет, Олег Шумцов. Вот так вот это все было. А сейчас я как бы напоследок, вот, не смертельный номер, спою песенку. Ну как это не смешно, как звучит. Да, вы можете все, да, вот уже идти и там затыкать уши. А мы с Юрием Новгородским, вот и с Олегом, ну, может быть, с Дэйвом, например. То, что Дэйва очень люблю. Нет, их я всех тоже люблю, но он сейчас сдаст там атмосферку. Вот, у меня есть, вы знаете, да, кто приходит уже сюда не первый год. У меня есть лучший друг Александр Акин, он сидит там в темноте. Вот. У меня тоже был недавно день рождения. Ну, еще где-то месяцок назад, так что, в общем, тоже можно его поздравить. И мы сейчас, я, в смысле, исполню его песню под аккомпанемент товарища, а Дениску все, можно не это, можно ключевать. Да. А его позови, а он не знает эту песню. Он ее сочинил 20 лет назад и забыл, а я ее вспомнил, выучил аккорды, да, страшные, и, может быть, даже попробую это все в завершении концерта, так сказать, вот. Это там, да, ну, можно, да, спонтанная импровизация, спонтанно. Сейчас будет немножко понтов. Читать, но я тоже умею читать, поэтому сейчас я прочту. С листа. Пой. Пой надо уметь, а я читать буду. Да, я издеваюсь. А Кинкер может, да, Сань, пусть он с нами постоит. Санька, иди, потряси чем-нибудь. Нажрался уже, да? Он очень стесняется. Потому что он даже не помнит, как эта песня звучит. Думаю, вдруг не дай бог сейчас лажка это получится, все на него. Вот. На самом деле песня была хорошая, я ее сейчас испорчу. Ты умеешь смеяться.
Вот на этом мы заканчиваем. Спасибо большое, что пришли. Очень был хороший концерт, как всегда неожиданный. Вот. Оставил много вопросов, загадок. Пойду домой, сейчас буду думать. Спасибо большое еще раз. Приходите, если где-то я еще буду выступать, я с удовольствием для вас сыграю. Спасибо. Дико приятно, спасибо большое. Дима, не могу уже все. А Сашка без гитары, он не может. Ну блин, кто ж знал это? Спасибо. Еще раз подготовимся обязательно. Thank you.